Стоять на месте! Руки вверх и без резких движений! Подняли руки, чтобы я их видел! Не двигаться, иначе мы откроем огонь! У нас есть право стрелять без предупреждения! Напоминаю, они нужны мне живыми. Также тут куча дорогостоящего оборудования, поэтому не стрелять. Циркуль, они блефуют. У них нет права стрелять по нам. И что делаем? Сейчас я выключу свет в этой комнате, а вы прыгайте в вентиляцию. Я сказал руки поднять! Что за... Свет рубанули! Всем достать фонари! Что? Они ускользнули! Что тут происходит? Стойте, а где Гарри? Его тело уничтожено, он оцифровал себя. Что? Как вы видите, тут все не так радужно, как в симуляции. Атмосфера Земли повреждена. С каждым годом становится только хуже. Компании сейчас придумывают разные способы, как спастись, однако она же и заварила эту кашу. Стой, но тогда почему мы им противостоим? В первую очередь мы противостоим отделу Эмбера и его проекту. Проект «Закрытый сервер» — это как виртуальная тюрьма со стразами. Внешне все радужно, однако компания сможет делать что угодно в этих симуляциях, так что их необходимо остановить. Но тогда какой другой способ спасти человечество? К сожалению, пока других решений нет. Но если так подумать, какая разница, каким способом они пытаются решить проблему, если они решают проблему? Они делают это очень своеобразно. Лично мне кажется, что данная цель оправдывает средства. Оправдывает, говоришь? Понравилось симуляции? Ну что ж, удачи тебе. Подумай логически. Это компания, а не кружок волонтеров. Чтобы спастись, нужно будет отдать огромные деньги. Так что думай перед тем, как говоришь. Так, а что делать Гарри? Мы будем без него?
Доброго дня, друзья. Что с тобой? Мое тело было уничтожено во время первого запуска. Это тело — робот-фиксер. Проект, который не оправдал ожиданий. Однако Циркуль смог выкрасть один экземпляр. Какая мерзость. Так, Циркуль, что дальше? Заляжем на дно. Недели нам хватит, чтобы перегруппироваться. Я найду обходные пути в здание организации, потому что старые к тому времени уже закроют. Воу-воу-воу, ребят, вы что удумали? В смысле? Вы собираетесь бросить Нюгая? Никто его не бросает. Мы вернемся к нему, как только будем готовы. Какая подготовка? Возможно, его уже нет в живых. Мы должны биться. Открой глаза, не он. Это целая организация. А мы четыре испытуемых и две коллеги. Но вы же смогли выбраться в прошлый раз. Получится и в этот. Мамонта перепрограммировали, Гарри потерял тело. Кратос умер, я лишился глаза, а Нюгай схватили бог знает где он и что с ним. Тогда разработайте план. А мы чем занимаемся? Да вашу ж мать, мы должны работать вместе! Если вы не хотите думать над планом действий, то мы вчетвером сами справимся. Извиняюсь, мы что, спасали вас, чтобы вы отправились на погибель? Не он и ребята правы, все же мы должны вызволить Нюгая. Наконец-то вы закончили собачиться. Три часа. Если через три часа они не будут у меня, считай ваше ЧВК конец за невыполнение приказов. Вон. Благо у меня есть козырь. Здравствуй, испытуемый. Как самочувствие сегодня? Пошел ты. Я не верю ни единому твоему слову. Ты убил моих друзей! Я никого не убивал. Твои друзья просто бросили тебя. Ты врешь, это неправда. Я не верю тебе! Ладно. А что на это скажет Мамонт? Я не знаю. Кратос просто убил тебя. Мы пытались тебя спасти, но это уже было не в наших силах. Я понимаю. Ты хочешь обратно стать обычным? Не чувствовать той боли, что ты испытываешь сейчас? Ты же веришь мне? Верю. Помоги мне объяснить Нюгаю, что я ему не враг. Я пытаюсь помочь вам. Хорошо. Я попробую. Тогда приятных снов, Мамонт. Завтра я приду еще раз. Это был... Элизабет? Какого черта ты тут? Я зашла передать отчеты. Это же Мамонт и Нюгай? Что вы с ними делаете? Я пытаюсь им помочь. Но что с ними? Эти молодцы из первого запуска пересадили оцифрованное сознание Нюгая в тело Мамонта. В итоге их личности сплелись. Разве мозг может такое выдержать? Нет. Поэтому половина воспоминаний обоих стерлась. А что за... Аватар 2.0? Элиза, ты задаешь много вопросов. Простите, но... Ложи отсчеты вон туда.
Хорошо. Ты не оставила мне выбора, Элизабет. Поступило задание сверху. Мне же сказали находиться тут. Это срочно. С нами новая надежда. Понял, сделаю. Гарри, есть инфа? Ищу. Можно быстрее? Мне кажется, сюда вот-вот зайдут. Ничего не ясно. Половина документов будто сфабрикованы. В каком смысле? Есть пара скрытых документов. Где-то недалеко от кабинета Эмбера. Искать надо там. Складывается ощущение, что Нью-Гай тут держит в тайне от самой организации. Понял. Недалеко от кабинета Эмбера. Идем. Что за... Какого чёрта? Приветствую испытуемых. Как я вижу, жизнь вас ничему не учит. Я предполагал, что вы попытаетесь вернуться за вашим дружком. Однако, что вы это сделаете так открыто... Эмбер! Твою ж! Приказ Верховного Комитета. Немедленно опустить оружие и отдать пойманных нам. Что? Что? Что происходит? О чем речь? Я требую немедленно отдать пойманных нарушителей в распоряжение Верховного Комитета. Какого черта? Почему я делаю абсолютно всю грязную работу, чтобы потом появились вы и посчитали необходимым забрать их? Это я их нашел. Это я должен раз и навсегда избавиться от них. Эмбер, не забывай, кто вообще дозволил тебе создавать проект и какое финансирование ты получаешь? Я не отдам их. Это мои заложники. Даже не думайте их забирать. Эмбер, за нарушение приказа Верховного Комитета вы будете отстранены от проекта и ликвидированы. Оставить нас! Итак, товарищи испытуемые, пройдите в зал переговоров. Уверен, вы уже знаете, где он. Так значит, вы и вправду существуете? Мы — полноправный руководящий состав, что управляет организацией. Мы вездесущи и знаем все, что происходит в стенах комплекса. Вы стоите выше Эмбера? Да. Эмбер лишь руководит этим филиалом. Фрактал. А мы — всей структурой и людьми. Я все еще не понимаю, как все здесь устроено. Проще говоря, есть проекты внутри нашей организации, которые мы спонсируем и производим. Мы за спасение мира, и в наших рядах есть несколько проектов, которые мы реализуем. Проект Эмбера – один из таких. Совершенно верно. Однако Эмбер имеет неоднозначную репутацию в последнее время. Эмбер – виновник инцидента с атмосферой, и мы не одобряем данный поступок. Последние его эксперименты неудачны. Мы хотим избавиться от Эмбера. Убейте его. Что? Убить? Но... как? Почему вы сами не можете от него избавиться? Эмбер был весьма своевольным. Проще говоря, занозой задницы. На его охрану требуется собственная ЧВК. На данный момент мы ведем переговоры с ними, чтобы перекупить и настроить против Эмбера. Вы находитесь в его лапах, а значит, у вас есть больше возможностей, чтобы убить его. Ублюдки. Думаете, что переиграли меня? Нью-Гай. Я даже не буду слушать тебя. Твои друзья здесь. Они пришли за мной? Они пришли к комитету, они хотят убить меня. И тебя тоже. Я не буду слушать тебя. Вот, взгляни сам. Это циркуль и... Комитет, да. Они беседуют с комитетом. Но зачем? Они хотят избавиться от меня. Их не радуют мои результаты, мои попытки спасти мир. От тебя давно нужно было избавиться.
Мы с тобой в одной лодке, Ньюгай. Тебя и меня отвергнули. Бросили. Твои друзья уберут меня и тебя. Ведь теперь они новые друзья комитета. Я не во власти что-либо сделать без тебя. Что? Помоги мне. Помоги мне доказать, что мы действительно способны на многое. Я подарил тебе жизнь. Спас. Прошу, Ньюгай, я позволю тебе сделать все, что ты захочешь сделать с друзьями. Я... Черт, я не верю, что они бросили меня! Сними свои розовые очки, Ньюгай. Ты не в сказке. Людей меняют, как перчатки. Ты должен это понять. Этого не может быть. Мамон, Ньюгай, вы видите, что происходит? Я вам спасаю жизнь. Я лишь хочу помочь вам. Нужно лишь, чтобы ты пустил меня в свое сознание. И, нажав одну кнопку, я облегчу ваши страдания. Что будет, когда ты нажмешь кнопку? Только свобода, друг. Так ты согласен? Да. Чудно, мальчик мой. Ты сделал правильный выбор. Да здравствует мое творение. Имя тебе. Аватар. 2.0.